не забывайте аплодировать. Валюша. Вот мы сразу закрываем, такой, знаете, и все остальное начнется потом, и все шептало шепотом, а что потом, а что потом. Я уже говорил о многогранной личности нашего современника, что он действительно талантлив во многим, но иногда лучше молчать, чем говорить. Было такое в жизни Владимира Шантера, он потерял голос. Он потерял голос и оказался здесь тоже, придумал массу пантомим, говорящих о жизни, и о любви, и обо всем. И чтобы долго об этом не говорить, я хочу пригласить его друга, одного из лучших наших артистов этого жанра, Александра Златопольского, который нам переведет с немого на нормальный творческий язык. Встречайте, Александр Златопольский. Мне улыбался ты.
за на поиски, Саша, вернись, мы тебя полюбили. Чистый букет надежды.